Губин. О, всем привет, я подписываюсь в комнате, который у меня там до ребёночка был. И сейчас мы играем с вами в Among Us, но это не просто Among Us, это Among Us Minecraft, вот, ну, венчим мне вот такого-то. Нет, не смотрите. Это просто звёздочки, но сегодня у нас такой мод, он только заблокирован на компьютере, сейчас я вам кое-что покажу. Вот это амонкиды! Это амонкиды! Ой, наверное, кто мэтиков наш? Кто мэтов, проверим. Кто мэтов? Вот кто мэтов у нас тут. Всякие вот такие вот. Давайте берем всех. Давайте вам их полностью всех показать. Только что-то вот. Куда-то тут будет. Не совсем так удобно. Так вот, сейчас будет у нас, ребят, кномет, а потом я вам покажу предателей. Ну, предатели там чуть-чуть попозже, я не знаю, чего. Ну, это у нас, сейчас пойду, там много мест. Это у нас синий, тянуть пацан, вот у нас такой нюанс, типа. А вот это уже такой, тоже. Ну и по цветам считать, потому что я чуть-чуть подзабыл, да, просто не так уж хорошо учусь. И тогда, если их много заспавню, я хочу вам показать, что иногда может спавниться. Это крето. Вот может заспавниться вот это вот. Может заспавниться вот это вот. Вот это вот может заспавниться. Я вам скажу, так, кстати, ребят, я вам еще расскажу, что их можно... Их можно приносить, и как бы всем у вас. Костю, вообще, вы не понимаете, вот, например, дай их... Еще так... Так, вы можете так вот всех кормить, вот так вот. Сейчас я сделаю свою армию амонгеров. Вот. Какая будет моя армия амонгеров? Так. Ты тоже будешь моим амонгером. И ты даже будешь моим амонгером. Так, бейбики, у меня решение. Нам сегодня с вами... Ой. Так, это не мой амонгер. Вот тебе типа, это мой амонгер. Вот. Короче, ребяточки, мы сегодня с вами должны обнаружить предателя. Ты чего, Миша? Так, амонгеры, подождите нас тут. А что это такие ресницы, такой злой как будто? Что тебе не нравится? Крабы нас не нравятся. Присаживайся уже. Достал. Это много кушать. Чего ты такой дневной? Я сейчас... Мы за тебя такого сумели про себя так вести. Спасибо, бейбик. Вот, садись уже. Смотрите. Так. Заспавнить эту штуку. Нет, не особо. Ну, сегодня, ребят, нам с вами, ну... Так, сейчас будет. Так, золотый здесь не нужен, да, золотый. Вот, ребят, сегодня у нас задача. Мы сегодня должны с вами обнулить предателя. И, знаете, ребят, я сейчас... Ну, но бэбиков я вам в конце покажу. Бэбики нас. Я буду ждать, ну ладно. Мы их всех уберем. И меня тоже уберем. Это важно, чтобы всех убили, даже предателя. Вообще у меня бэбик большой. Я, конечно,
Я, конечно, знаю. Это предатель сделал. Это точно сделал предатель. Его обнаружу, я здесь. Тебе будет очень хорошо. Тебе будет очень прям весело со мной гоняться. Ты слышишь меня, предатель? Ну, короче, сами не спамил предатель, потому что так будет все правильно. Ну вот. Короче, Патрик, когда началась, один предатель принялся и принял посыл. Короче, у нас здесь два, короче, здесь золотого, они, короче, не знаю, но они с моей семьи, я не буду с ними ходить. Я говорю, не знаю. Я хочу это. Вообще идут свои задания, дочь, как я тоже. А где вы? Все сделал вот это так. Пил. Так, все. Так. Так, видимо, он будет сабонтаж. А, это даже... Тот сабонтаж нельзя починить. Только что не могу бенчиться. Было бы круто. Ну, в принципе, обнаружим кого-то. Так, сюда не хочу идти как-то сегодня. А я знаю такую комнату. С вами про ней проходили на сессии на банках. Вероника здесь одни правила, хоть какие идут для задания. О, привет. Я же не предатель, ты меня заподозрил, нет? И смотришь на меня так смущенно, всего все на меня смотрят. Армия предателей. Я все понял. Я все. А, это такое задание. Да, это такое. Я помню его либо Цемонгас. Цемонгас. Так кто за арена? А что не там же спавнился? Нет. Твои желтые. Вот смотрите, один и второй. Ну вот, это моя семья и история. Что они не предать, я так все четко сделал. Да вот файл. Нет, не палите меня, пожалуйста. Не палите меня так. И не будет задание, я понял, все. Я все прекрасно понял. Ты меня не забалил. Не запалил меня. Так, ну хотите бы. В камеру пойти, так говорю, это камера. Это не камера. Это не камера. Только здесь карты нет, я просто. И вообще пришел к реактору. Это нормально вообще. А, все. Кого нет? Все, о, камера, давай камеру. А где я буду все видеть? Как я буду видеть все вообще? Это очень тупая камера. И сейчас меня смотрит. Вот это вот та штука, вот это вот. Она это, наверное, камера, потому что камера. Да звуки сдаются. Я, наверное, не слышу. Здесь вам все слышно прекрасно. Это хорошо. Нет, не надо мне. Так. Ладно, все, чтобы так. Чтобы так. Не, я не хочу делать сабонтаж. Ты же не предатель никакой, не злодей. Так где эта комната? Она покрыта здесь. Привет, ребяточки. Так, короче, давай. Это еще пусть. А ты свое задание делаешь?
Ну а ты лицо делай здесь свое задание, или как-то вот. Кто это спаю? Никто не палил. Ты предатель? Так, ребят, что-то среди нас нету предателя. Я не понял, я что-то сделал уже. Так как был предатель. Ну, ребят, короче. Ну, ребят, я вам покажу, как скачать эту карту. Ну вот, ребят, смотрите, короче. И доп, и доп, и доп, и доп. Вот здесь у нас открывание аддончики, вот у вас. Аддоны заходите, прям даже у вас все прекрасно видно, я же понимаю, все правильно. И вот, кстати, у вас здесь сразу пишет. А все. Так, смотрите, мы пишем Among. Ну вы просто пишете Among. Бих, например. Бихай, вот. Бэк. Вот, ребят, вот это вот карта, вот это вот, вот это вот. Вы скажете, есть эти амонгеры. Вот, вы скачиваете ее. Вот так вот, о, амонга сна. Давай дальше пойдем теперь, потому что все найдем. Нет. Мистик, так. Ну вот и кстати, ребят, давай давай пачку ребончика. Вот так я все и хотел. Спасибо вам, ребятки, я вас люблю. ПСП? Нет, ПВП. Срыв, ПВП. Я так и знал, что вот эти вот подкоды. Под какой-то кавказкой хотел амонгас. Я вперёд. Вот. Так. Ну там говорит. Куда скорее реклама? Надо без рекламы пойти. Вот это без рекламы пойти. Вот, ребят. Вот сюда вот. Прямо снёмка, вот. Вот она, вот эта вот карта, она вот здесь вот прям находится она здесь. Вы заходите за нее. И вот. Блин, надо удалить эту карту, зачем я это сделал, я урод. Еще плюс забыл карта Among Us. Может я буду другим цветом. Я всегда буду желтым. Не хочу быть всегда желтым. Я не хочу. Все кончено, да? Да, я помню. Выбейте на лопе там спину. Вот она кошечка. Окей. А там вспомнят какой-то. Не видел такого. Это не заспавняется. Спасибо вам. Предатель. Предатель? Да, я понял вас. Короче, ребят, я вас порадовал сегодня. Надеюсь, что... Ну, давайте, в чём вот... Скажите так, чтобы все было. У вас тут какая-то дакость у вас начнется.
Уже кто-нибудь развалился, ребят. Короче, сегодня я вам показал этот аддон, ребят. И кому понравился этот аддон, ставьте лайк и подпишитесь. И всем пока-пока!